По последней информации, Борис Ельцин живет на своей даче в Чупе и плавает по Укшезеру на лодке. Какую-либо связь с президентским окружением установить не представляется возможным, поскольку отсутствует конкретное лицо, за эти связи отвечающее. По информации из Москвы, сегодня-завтра к Ельцину приедет Немцов, что по другой информации никак не скажется на размеренном течении президентского отдыха в ближайшие пару дней. Далее все может измениться, если Ельцину вздумается прогуляться до города. По этому поводу УВД Петрозаводска провело ряд обычных дежурных мероприятий. В том числе почему-то на рынках, будто первое, что сделает президент, это отправиться за свежей редиской.